Всем привет! Сегодня решил приготовить оладушки на кефире. Кефир у меня вот такой, 1%. Другого я не нашел. Мука, понадобится сода, 2 яйца, сахар, соль и растительное масло для обжарки. Всю граммовку напишу в описании под видео. К 2 яйцам добавляем сахар. Хорошую ложку соли. И перемешиваем. Добавляем кефир. Теперь добавляем соду и хорошо размешиваем в кефире. В процессе размешивания должна пойти вот такая пена. Теперь порционно, не всю сразу, добавляем муку и замешиваем тесто. Какое тесто получится, я покажу. Вот такое тесто должно получиться. Теперь разогреваем сковородку и будем жарить. Выкладываем на сковородку наши будущие оладушки. И жарим до золотистой корочки. Вот такая вкуснота у нас сегодня получилась. Домашние блинчики. Чтобы форма была у них более ровная и круглая, можете использовать кондитерский мешок. Всем приятного аппетита!